geworden zijn wij. Ja, dat is gedaan, dat is juist. Oh. En M2 verder? Ja. Katja, вот это village, где аутлеты. Тут распродажи, да? Да. Везде по всей Бельгии распродажи с 1 по 31. А, так они уже? Да, конечно. А вот это что там вдалеке? А мы сейчас едем вот в этот М3. Колесо какое-то вон там. Это как-то. Были, здесь были, господи, как это, шахты по добыче угля. Ага. Шахты. Андар из М3. А мы в голубой едем, да, с крыши? А, нет. Я бы туда тоже съездила, но видишь, как неудачно получилось. У него сегодня клиент, поэтому большого времени у нас нет. Может, с Рене сюда приедешь потом? Ну да, я ему покажу, я видео снимаю. Ты сказала, что вилоч, да. И покажу ему, что вилоч. Я ему говорила про вилоч. Ты ему сегодня скажешь. Распродажа. Кать, ну здесь цены, конечно. Я ему уже говорила, что здесь можно кроссовки, например, классные, фирменные за 20 евро.